Всем привет, друзья! С вами Кекс Рубзи! Добро пожаловать на новую подборочку лучших моментов из ТикТока по Бравл Старсу. Это будет просто улет, поэтому, ребята, усаживайтесь поудобнее, ставьте лайки и приятного вам просмотра. Итак, Кензи! Новый, относительно новый легендарный бравлер, когда только добавили его в игру. Какой же он все-таки имбовый! И, кстати, вначале многие даже не понимали, как его контрить, потому что он хилится, он практически бессмертный, а его ульта — это просто нечто. Посмотрите, как он рубит все попало. Да, кстати, я точно так же делал, но я себе почему-то не апнул 30 ранг, когда 30 ранги, в принципе, существовали. Да, они и сейчас есть, но сейчас уже есть и 50-е. Итак, Мортис, минус один. Хорошо, смотри. Такое ощущение, что когда кто-то играет другой за Мортиса, он практически бессмертный. Посмотри, что он делает. Как вот так можно играть на Мортисе? Это просто какой-то, это какая-то магия. Когда я захожу за Мортиса, я просто бьюсь об стену головой и больше ничего сделать не могу. Но этот Мортис красивый. Мне такое нравится. Итак, Леон. Ой-ой-ой-ой-ой, посмотри, как он засыпал. А вот здесь не получилось. Сначала был очень красивый сейв. Посмотрите на этого Фэнка. Просто смотрите. Опачки, хорош. Подожди, это тот же Фэнк? Нет, это другой Фэнк. Он хотел повторить, но... Но там пошло не по плану. Так, неужели с одной ульты двоих? Неужели с одной ульты двоих? Вот это, конечно, бомбанул. Да ладно, нет. 20 хп. Раз, так, нет. Во боже, там мили... Там в миллиметрике пулька прилетела. Посмотри, посмотри. Я бы уже просто удалил Бравл Старс, серьезно. На месте Макс я бы уже просто удалил Бравл Старс. Да посмотри, да как это вообще возможно? Что? Вот это, конечно, минус настроения. Так, на... Хорошо, да ладно. Да ладно, да... Это было хорошо. И треть, да ладно, только не говори, что... Посмотри, в этом, в третьего летит. Но ему ГГ, ребят. Кстати, друзья, если вам нужны гемы, Бравл Пасс или акции в Бравл Старсе, и вы не можете задонатить, специально для вас есть сервис Robzy Shop по ссылочке в описании. Заходите, нажимаете купить, выбираете Бравл Старс, вводите свои данные Super SLID, оплачиваете, вам на почту приходит код, сообщаете боту, и вам все зачисляют на аккаунт. Быстро, выгодно и надежно. Так, посмотрим. Это шедевр, это шедевр. Смотри, 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 Эдгар обиделся. Увидимся, терпила. Украл три банки и убежал. Так, нарисовал. Ага. О, замануха. Хорош. Заскабил. Так. А как стан не сработал? Подожди, я не понял. А как стан не сработал? Подожди. Ой-ой-ой, я не понял. Подскажите мне, может быть... А, модификатор, когда стан не работает, или как? Это я просто не понял. Так, минус один. Поймал мяч. Минус два. Хорош. Побежал. Минус три. Просто задефал. Смотри, что Булл творит. Ля, смотри, что Булл творит. Так, еще одного бомбануть. Но здесь Эдгар непобедимый, посмотри. Он не должен дать дойти. Так. Ну, слушайте, зацелил. Так, посмотрим, как справится Фэнк. Ну, с ультой, конечно, он хорошо раскидывает. И Фэнк справился. Кого еще? Карла? Ну, Карл здесь порубит, конечно, всех. С такую толпу Фрэнков, конечно, он развалит быстрее других. Так. Ага. Хорошо. Хорошо. Хорош. Слушайте, ну я также на Фэнке играю. Так, хорош, 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 хорош. А ты попробуй так против Шелли. О, не успела прожать. На нафиг. Да. Ну, ребят, я также на Фэнге играю красиво. Лайк, если вы играете на Фэнге также. Ну, или хотели бы играть. Или хотели бы, чтобы у вас Фэнг был. Может, Фэнга даже нету. Так. Даже ПМ-ку. Ой, да. А вот это был почти фейл. Так. Попадет? Да, увернулся. Я прочитал. Интересно, на каких он кубках играет? На 100? На 110 кубках? Опа! Шелли против Мортиса. Битва, легендарная битва века. Вы что, издеваетесь? Это что за... Это что за фигня? Это что было вообще? Это как это называется? Так. Ну, Брок вообще молодец. Да ладно.
Просто тень Тары, минус 2. Смотри, тень Тары поставила дизлайк. Вот это будет на превьюшке. Тень Тары просто поставила дизлайк. Так, Амбер, против скольких? А, против всех. Так, Мортис. Опа, кибермув. Смотри. Бам. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Это было очень красиво. Я, кстати, не ожидал, что он сделает именно такой мув. Я думал, что Мортис, как всегда, зафейлится. Так. Подожди, а почему он полетел в другую сторону? Смотри, он бросает туда. Он бросил туда, но в момент полета прожал гаджет и прилетел сюда. Вот это, слушай, нормально. Смотри. Улетел просто от ульты Шелли. Вот это красиво. Так, Пайпер, ага. На нафиг. Слушайте, Пайпер, конечно, под гиперзарядом просто выдает свои чудеса. Бам. Ой, это мне кажется, что этому Бравл Старсу уже лет... Посмотри, там старенький Бо. Ребята, лайк, если помните такой Бравл Старс. Хотя, мне кажется, единицы помнят этот Бравл Старс. Да, это Бо. Еще со старым скином. Посмотри, это старый Броубол. Боже мой, как все было по-другому. Другой Коль, другая Джеки, другой Бул, другой Фрэнк. О, боже мой. Как это все было раньше лампово. Так. Пошли наваливать. На нафиг. Минус один. На нафиг. Минус два. И минус три. Красиво. Мистер Бэтсей. Оу, какая Биби. Лайк, если тоже любишь играть за Биби. Так. Ага. Magic. Это было красиво. Бесконечный гиперзаряд. Да-да-да, мы помним это. Мы помним это, монстра яйца. Да-да-да-да. Бесконечная ульта. А сейчас бесконечный гиперзаряд есть. И просто никто не может его убить. Если нет никакого стана, то вы его убить не можете. Он просто будет стоять и хилиться. Бесконечно. Опа. Опа. Смотри, 12-баночная роза. Ну-ка, давай. Воин дракона. Ага, с гиперзарядом. Опа, драка. Ага. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Так, Сэнди. 167 гемов или 349? Ну там уже кредиты потрачены. Просто минус 2. А нет. Подожди. Две ульты? А как это две ульты? А как это две ульты-то было? Может там два дедомайка? Нет, там две ульты было. Ну и что он сделает? Как? А как он... Подожди, а как он это сделал? Как он это... Смотри. Он наводит. Смотри. И вот сейчас у него в этом месте... Офигеть. Офигеть. Вот это имба. Вот это имба. Так. Три ОШД, которые я ненавижу всей душой и сердцем. Так, и... На нафиг! Посмотри, под гиперзарядом. Хорош! Смотри, там просто расколбасил. Там нет, там все, опять под гиперзарядом. Просто однобаночный всех расколбасил. Вот это красиво! Вот это в соло называется. Так, Бравл Старс, ядро. Так, Бас, Кит и Эдгар. Так, Бас. Смотри, ящерица убежала. Да, это Кит. А Эдгара кого покажут, мне интересно. А, да? Какой-то эмотип вообще. Откуда ты взялся? Очень странный, очень странный. Нет, но Эдгары вряд ли такие. Эдгары должны быть вроде помоложе. Так, моя удача. Давай, 1000 золота. Да ладно? Нет. Ага, 25 очков силы. О, это точно я. Это, ребята, точно, 100%. Так. Забайтится? Ой-ой-ой, смотри. Давай.
Ну, развел неплохо. Так, 30 тысяч кубков. Ага, давай. Ага. Не было звука монетов. Хорошо. Эш. Ага. Ну, повезло. Мог дать просто золото. Ага. 30 тысяч скинул. Что-то чип твердится просто, ему надо скорую вызывать. Так. Капец, он, капец, он, посмотри. 23 хп. Ага, раунд закончился. Так. Так, со своим бессмертием. Но он же бессмертный. Вы же его убьете, он восстановится и все. И опять фул. Убивайте заново, 50 тысяч хп. И все. Так, браво, так, пчела. Смотри, попочкой. Опа, 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 опа. Тверкает, смотрите, пчела тверкает. Нормально. Так, бо. Ну, окей. Ну ладно, ну допустим, эш. Ага, просто мусорки играют мусоркой. Нифига себе, танец мусорок, нормально. Ну, эш, это и правда, это же мусорная корзина. Ребят, не забудьте подписаться и поставить лайк. Обязательно, обязательно, еще нажать на колокольчик. А еще, ребята, это конец серии, поэтому с вас обязательно лайки, подписки, колокольчик. Всем пока.